Kupplung und nachschauen. Na, kleiner Freund, komm. Na also, das sind die guten alten Citroën-Motoren. Die springen immer. Die kannst du eingraben im Garten, die können 40 Jahre draußen stehen. Die laufen immer. Толку выключим. Ну что, пробуем. Завелась. И заглохла. Работает. Напряжение 14,4. Отпускаем сцепление потихоньку. Все. Печечку включаем. Ой-ой-ой. Печка сошла с ума, замерзла. Ну, в общем, вот так. Все работает. Выжимаем сцепление. Тугое, блядь. Пробуем. Первый пуск заглохло, не хватило топлива. Второй раз должна нормально завестись. Карбюратор озон. Ты моя, ты красавица.
Вот так.